Мы видим, что за Алиевым стоят все-таки серьезные силы, в том числе и транснациональные компании. Израиль, Турция, отчасти я бы сказал, что сейчас и Россия продолжает стоять, потому что заявление Пескова в момент, когда Азербайджан обстреливает наши территории, Песков делает обращение к обеим сторонам, тем самым ставит знак равенства между нами и Азербайджаном. То есть, опять мы видим, что Кремль не дает однозначную оценку действиям Азербайджана. Господин Паулюзян, маленькое такое вкрапление. Может быть, не знают они, кто первым начинает?